Привет, ребята, с вами я, Элина, и сегодня мы будем идти к бабушке. Пешком. Да. Мы идем пешком. Мы уже половину прошли. Так сверху посмотреть, думаю, маленькую половину уже. Да, решили заснять видео. Да. Такое солнце все. Мы будем проходить на вокзале. Так, не переключайтесь. Дерево, собака. Смотри, как ровно стало. Еще большое дерево. Такое сломанное. Вот смешное дерево. Видите кошку? Маленькое такое. Это вас замерзшаяся. Как писюканный снег. Привет. Какая беленькая вообще. Где твой домик? Похоже, вот он. Наверное, здесь. Иди домой. Писюканный снег. Кокошечка. Потом даже кондок, чтобы маленький мог до каникул выходить и там ходить в туалет. Вот это, видать, ее дом, кошкин. Рядышком живет. Наши попутчики со школы, видать, идут. Дети. Где кто лгает его? Аккуратно. Где кто лгает? Такие дома заброшенные. Какой-то тоже понятный. Вот еще здание. Вот такой вот магазин. Единственный на нашем пути, который будет. А, нет, еще будет там второй. Да? Магазин называется 3 девятки. Сейчас что-нибудь купим вкусненькое. Вот он и чипсы. Покажи. Вкусненькое. А, это не лысики наши. И водичку. А мальчики зашли и говорят: а есть что-нибудь по 1 рублю? А? Мальчики зашли в магазин и спрашивают: а есть что-нибудь по 1 рублю? Им сказали, что нет ничего по 1 рублю нынче. Дай. Такой вот поворот. Так, вот мы подходим к нашим железным дорогам. Российским. А? Пойдем по тропинке. Проходим. Через что? Дорогу. Поезд. А, мы же так зашли. Пошли сюда.
прям поездами. А вот этого мальчика встретила. Правда? А? Сейчас похоже, такой избушка. Всем привет! Не близко немножко. Что-то делает. Где ты? Где ты? Кто чипсы ест? Я. Прежде чем поесть чипсы, да? Да. Вечером что ты будешь делать? Качать съесть. Сколько раз? Вкусненько! Сколько раз? Сколько? 20 раз качаем пресс, чтобы съесть пачку чипсов. Ребят, кто так же делает, пишите в комментариях. Ставьте лайкусики, кто мам, кому мама разрешает кушать чипсы. Привет. Без дела. Привет. Вот идем, короче, до конца дальних гаражей. Да. Да? Потеряла, что ли? Потеряли рукавицу. Далеко, да? Потеряли. Придется возвращаться искать. Может, где-то на воде. Ёшкин кот? Ладно, пошли. Так, ребятушки, ну-ка нашли нам быстро рукавичку. Идите искать. Искать. Убежали. Мы немножко возвращаемся к залу. Потеряли мою рукавицу. Да, выпала где-то рукавица. Интересно, где? Поэтому я и сплю к маме. Вот она. Знаете, где мы ее потеряли? Все, пока на паузу ставлю. Только стоит, идет моя девочка. Непонятно, сейчас я буду на носочках ходить. Ноги устали идти? Нет. В конце скажем, сколько мы прошли. По шагам. Такие елки. Елки за елками. Ой, еще разбитая машина. Я хотела ждать. Чайки сделать. Идем поближе, подойдем. Я хотя бы веточку елочки, чтобы забрать. Эй, на краешек отойди. Ко мне отойди поближе. На край. Окна. О, смотрите вот на это. Машина года. Привет. Смотрите, одинаковые машины и разбитые. Одна тут разбитая. Да, разбитая. Надеваем рукавицы. Он той вообще колесо снято. Ну. Дело. Пошли. Идем. Мама. Да. Надо будет где-то взять веточки две, чтобы чай заварить. Возьми, елки такие шикарные. Чем отличаются эти две елки? Одна вот такая, одна такая. Ну, в том, что они больше. Это больше, это... Одна сосна, одна ель. Да? Да. Так же? Правильно? Это больше, а это меньше. Это сладкое, это поднимает. Правда, тут нету шарика. Наряженная елка. Я тебе взяла. Если мы взяли ребенка, то мама меня покатила. Мама. Что это? По-моему, какая-то чебурашка и шла обронила. Мандаринка. Давайте посмотрим. Давай. Целая. Целая мандаринка. Пошли. Если она лежит, кто-нибудь найдет. Угу.
Да? Боже, он уже сгнилой. Он замерз. А если замерзнет, то не пропадет. Сорока где-то. Вот собачка. Наши пени. Собачка. И я. И ты. Игра, пень собака. Ла-ла-ла. А вон гнездышко. Вон гнездышко. И снова я. И снова ты. Пойдем. Это российский автопром. Вторая машина у нас под снегом. Жигули. Уже бежевая. Такая елка, да? Шишек вообще прям миллион. Ребята, очень. Да. Еще один. Чуть бы упала бы себе. Шишечки? Да. Ну. Папа наш едет. Папа наш едет. Опачки! Здрасте! Здравствуйте! Замерзла? Встала идти. Встала. Ходи. Поедешь? Нет. Пешком пойдем. Прокатись еще. Батрушку возьми. Просто шика. Ага. Мы поехали! Я тихонечко все. Я потихонечку. Мы едем. Смотрите, вот эта вот елочка. Машина. Все, мы поехали. Мы поехали, потому что я на матрушке. Вот домик. Вот такой вот забор. А вот небо. Я как будто вообще по асфальту еду. Дети кувылки чувствуют и массаж такой. Вот она. Вот. Ачка. А вот она елочка. Вот магазин еще один. Вот, короче. Да, вот так вот мы едем. Папа, короче, выручил ребенка, да? Да. Вот собачки. Едем. Двойное дерево. Оленья рога. Тогда ставьте лайки. Всем пока! Вот мы почти подошли. Вот это все наше. Мама, такая елка. А. Заканчивай снимать и положи свой телефон ко мне. Да, вот здесь живет наша бабушка. Так, а сколько мы прошли? Давай покажем часы. 5 километров. Рыба.